Создание в России зон свободных портов стало главной темой сегодняшнего совещания, которое Дмитрий Медведев провел со своими заместителями. Все необходимые документы для реализации этих проектов во Владивостоке, на Камчатке, Чукотке, Хабаровском крае и Сахалинской области уже готовы и будут рассмотрены на ближайшем заседании правительства. Как подчеркнул Дмитрий Медведев, начинать необходимо с Приморья. Сегодня вступает в силу закон о свободном порте Владивосток. Это еще один шаг для того, чтобы раскрыть уникальные возможности Дальнего Востока как для жизни, так и для ведения бизнеса. Резиденты получили там большой набор льгот, преференций, налоговых, таможенных, административных. Ну, например, на протяжении 10 лет можно пользоваться льготной ставкой по налогу на прибыль. Льготы довольно значимые, особенно в контексте текущей ситуации. Вот, надеюсь, что все резиденты этого франкопорта сумеют этими возможностями подобающим образом воспользоваться.